время такое, что большинство людей сидит дома, а им все-таки приходится, скажем так, рисковать своим здоровьем, выходить и работать, но тем не менее они это делают. Спасибо им большое, потому что без этого вообще никак не обойтись, они подвергают, в первую очередь, свое здоровье, какому-то риску. Спасибо сотрудникам магазина за их заботу о нас. Все меры безопасности для того, чтобы и себя, и других обезопасить, не соблюдают. Дезинфекция рук при входе и перчатки с масками продавцов. Персонал в масках и обработку стеллажей видела фруктовых. Сейчас булочки брала, заметила, что они в контейнере специально. Стараются держать дистанцию от покупателей. Опять же, все эти полосы, все нанесено. Поставили санитайзер для рук, и сотрудники ходят в масках. Я считаю, что они наравне с медицинским персоналом. Все тоже опасности находятся. Самое главное – здоровье им.